В рамках Года памяти и славы, а также 75-летия со дня окончания Второй мировой войны, 3 сентября в Северском районе прошла всероссийская акция «Цветы памяти». Победа Советского Союза над Японией в 1945 году стала решающей для всего мира и признана днем, когда окончательно закончилась Вторая мировая война. Сегодня мы обязаны сохранить, сберечь для наших детей и внуков те подвиги, которые совершили наши деды и прадеды. Слова огромной благодарности выражаю ветеранам за стойкость и мужество, за мудрые уроки неповторимого жизненного опыта, который они передают молодому поколению. Дорогие земляки, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, чтобы впереди были только мирные и светлые дни. С праздником! День воинской славы установлен в знак памяти о советских солдатах, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей родине. Победу света над тьмой мы сегодня и вспоминаем, потому что на 75 лет после этой войны мы наконец-таки встрепенулись и сохранили мир. И вот эта память, которую мы сохранили, это знание о том, что война не приносит ничего доброго и не может принести, мы должны сохранить и в наших сердцах, и передать дальше. Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню и почтили минутой молчания память погибших в боях Второй мировой и Великой Отечественной войн. Напомним, до 2020 года день окончания Второй мировой войны отмечался 2 сентября. Но в апреле нынешнего года в действующий федеральный закон внесли изменения, согласно которым празднование перенесено на 3 сентября.